Добрый день, дорогие зрители! 23 октября, 12:30 по московскому времени. Стадион Ессентуки и команды, представляющие МГУ город Саранск и ДГТУ Махачкала, уже на поле. Все готово к началу этого матча. Поехали! Стартовый удар за команды из Дагестана. Махачкала, они в синих футболках, в синих трусах. Команда из МГУ Саранск. Белой форме, белые гетры. Павел ждет стеночку под правую ногу. Прекрасная комбинация. Паук стягивает сети. И хорошая передача Сафонов. И не был поднят флаг арбитра. Ну, конечно, тут Шиханматов. Шиханматов уже второй раз выручает. Длинный пас вперед. Евгений. Удар поворотом. Спасает голкипер дагестанской команды. Ну что ж. Подача. Удар. И добивание. Гол. Гол влетает. Так, не было ли флага там? Нет, забивает четвертый номер у нас. И Кахутин Денис открывает счет в матче. Ну что ж, опять попустительство обороны. Этот, ух, обманули, а удар под перекладину. Аплодисменты Чекашину Владиславу, голкиперу команды МГУ, и угловой. И контратака от МГУ, но нет, не получилось, не получилось здесь. Удар! И второй мяч летает в ворота ДГТУ. И вот момент у Дагестана. Удар! И до добивания тут уже. Ну что, мяч в игре. Надо забивать. Это был стопроцентный момент. И... удар! И гол! Забивает вот так вот ДГТУ со штрафного. Какая же траектория-то была у мяча. Хотел я представить тренера команды МГУ, но вот, к сожалению, такой информации у нас нету. А тем временем 3-1 у нас счет становится. Все. Ну, игроки МГУ сильно выбивают мяч вперед. Шиханматов ошибается и убегает. Убегает Евгений. Удар поворота. Мой гол. 4-1. 4-1 это хет-трик. Хет-трик у нас у Сафонова Евгения. Да. Полностью раскрылись, конечно, игроки ДГТУ. Ну что ж. Звучит финальный свисток. Мы поздравляем команду МГУ с уверенной победой со счетом 4-1. ДГТУ прошу не расстраиваться.